Обломов. Часть 4. Глава 9. Краткое содержание. В Выборгской стороне все было тихо и спокойно. После того, как Штольц устроил все в Обломовке, у Ильи Ильича появились деньги. Кладовые ломились от яств. У Агафьи Матвеевны появился шкаф с нарядами. Обломов по своей привычке лежал все дни на диване, наблюдая за занятиями Агафьи Матвеевны. Для него это было продолжением обломовского быта. Однако в один момент после обеденного отдыха с Обломовым случился апоплектический удар, и врач сказал, что ему нужно срочно менять образ жизни, больше двигаться и соблюдать диету. Обломов не придерживается указаний, он все чаще впадает в забытье. К Обломову приезжает Штольц, чтобы забрать его с собой. Обломов не хочет уезжать, но Андрей Иванович зовет его к себе в гости, сообщая, что в карете ждет Ольга. Тогда Обломов говорит, что Агафья Матвеевна – его жена, а мальчик Андрей – его сын, названный в честь Штольца. Поэтому он не хочет покидать эту квартиру. Андрей Иванович, расстроенный, уезжает, сказав Ольге, что теперь в квартире Илья Ильича воцарила обломовщина. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.